Здравствуйте, меня зовут Наталья Бырдина. Сегодня я хочу вам показать работу, которая называется «Птица». Эта работа достаточно сложно мне далась. Я ее рисовала около года. И я хочу изобразить в этой работе то послесловие, которое остается от происходящих событий. Если мы видим, что здесь птица, она находит на холст, то здесь мы видим, что наши впечатления поверх птицы идут. Именно это я хотела показать, о том, что как много важного мы пропускаем и как много послевкусия должно у нас оставаться.